Раз, два, три. Ты меня слышишь? Я тебя слышу, а ты меня? Я тебя слышу. Я тоже тебя хорошо слышу. А если мне не нравится мой голос в записи? Добрый вечер, уважаемые любители волейбола. Сегодня вместе с вами за этой трансляцией буду наблюдать я, комментатор Александр Пшеничный. А самое главное, сегодня вместе с нами королева российского волейбола Ирина Королева. Ирина, кто у нас на площадке? Ой, сейчас мы смотрим, да, на «Динамо Казань». И второй номер, наверное, все равно дебютантка практически, выходящая первый раз в старте, Елизавета Качурина. Далее по списку идет... Может, должна представить? Супруга Ирины Королевой, Алексей Королев. А отчество? Владимирович. Алексей Владимирович Королев. А, ну и что ж, у нас все готово к старту сегодняшнего поединка, и мы начинаем с подачи Елизаветы Качуриной. Пока у нас Евгения на подаче. Сначала результативное зажжение. Легионерка, украинка, с прекрасной фамилией Настя Крайдуба. У нее прекрасная девичья была, тоже она была чернухой. Ой-ой-ой, ура, ура, молодец, молодец. Есть первый очко в сегодняшнем матче для Елизаветы Качуриной. Есть, да, да, это прекрасно. Молодец, молодец. Да, да, здорово. Прекрасный розыгрыш. У нас прекрасные гости сегодня на игре. Руководство казанской команды Асгат Сафаров, Ильхам Рахматуллин и Сергей Чернышов. Выездная серия у нас, кто там? Сначала Заречье. А, оттуда мы сразу Финляндию. Да, Финляндию, то есть без заезда домой. Да, да. Эйс! Ай, чуть-чуть. Волнуется Ирина Королева. Ну, конечно, такой розыгрыш, то есть прекрасно. И хорошо завершили эту атаку очком. А, так вот, в Красноярске, в одной из самых маленьких арен Суперлиги. Там еще очень такой необычный свет. Да там все необычно. Это просто бывший бассейн, чтобы вы понимали. И на первую линию выходит Лиза Качурина. Фаворитка сегодня Ирина Королева, действительно. Целенаправленно она колоть. Мне кажется, это школа Николая Васильевича. Бей сильнее. Сильнее. Сильнее, Бренард, ты сможешь. Прекрасно. Да. Yes. И это блин, ура, 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 ура. Защита есть, прекрасно. И Елизавета продолжает подавать свою серию. Ой, прекрасно, еще и в защите сыграла. Какая молодец. Она сейчас матч вам выиграет. Да, я согласна. А сейчас бы пайп на Качурину, шучу, шучу, конечно. Ну или неожиданность, молодец, Женя, ой, молодец, молодец. Сборная России. Да? Да. Попадает, есть брейковый мяч на подачах. Терять Енисею абсолютно нечего. Прекрасно. Ирина Королева потрогала мяч, действительно, после атаки Дарьи Малыгиной. 24-24. Хорошую бы подачку сейчас. Хорошая! Идеальная! Дарья Малыгина, эйс, не без помощи сеточки. Сейчас главное разобраться, кто пасует. Я думаю, Уланова. Да, ну, когда, к примеру, я играла. Мы, кстати, видели с московским «Динамо», вы отпасовали чуть ли не 5 или 6 раз без ошибок. Ирина Королева, центральная блокирующая казанского «Динамо». Вот, кстати, Ирин, вас по телевизору показывают. Меня не показывают, а Ирин показывает. На подаче Елизавета Качурина. Моя любимица сегодня. Прекрасно. Эйс. Эйс. Это эйс. Атака с задней линии от Анастасии Крайдубы, но там Каби.
Хаби. Мой первый комментаторский опыт. Который проходит, надеюсь, очень даже неплохо. Послушаем потом у тех, кто смотрел. Например, у мамы. 19 лет, а нет. Дайте угадаю, Ирина, ваш любимый элемент это эйс? Нет, неправда. Я люблю эйс, блок. Блок, вообще блок, это вообще вот самое любимое мое. И сильная атака. Ой. Ну и прекрасная ультразвук. Поддержка. Видел, что недавно выходили в театр всей команды, Ирина. Волейбол, театр. Мы актрисы, актрисы, в жизни актрисы на площадке. Волейболистка Казанского «Динамо». Ну и 2-1 в пользу волейболисток Казанского «Динамо». Вернемся после рекламы на ТНВ к четвертой Давай, партии. Спокойно! Прекрасный момент. Настала моя очередь потрогать мячик. И чехол ставит, кажется, молодая Слаутина. Мне кажется, это Дашин блок. Есть, есть. Ну, молодец же. Представляете, 2002 года все равно там. Я не представляю, сколько волнения и удачное выполнение действия. Не стала рисковать, получилось чуть высокое. И Марина ставит точку в этом матче. На этом все. Вместе с вами за этой трансляцией смотрели мы, комментатор Александр Пшеничный и очаровательная и позитивнейшая Ирина Королева, которая совсем скоро вернется на площадку. Спасибо, это был прекрасный опыт. Смотрите волейбол. Даже она будет на волейболе, а ты? Мало, 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 мало.